Доброго вам денечка, уважаемые наши зрители. Так о чем мы с вами поговорим сегодня? У каждого из нас есть свое мнение. Это не вопрос, это утверждение, дорогие мои. И при том свое мнение на всех и на все вокруг. И главное, это мнение самое правильное. Мало найдется людей, которые честно признаются, что у них нет этого самого мнения. Что они как попугаи повторяют то мнение, которое навязано им когда-то прочитанными книгами очередных тупых авторов, радиоточкой с гнусовым голосом местного медиа-идола или черным телеящиком с дебильными топ-звездами. Люди всю жизнь живут по готовым рецептам, потом к старости начинают разводить руками и говорить, типа вы шо? Как же так? Что теперь делать? А что теперь делать? Если тебе уже под 100 лет, делать уже нехрена. Правда? Можешь попытаться объяснить другим, почему ты, блин, такой неудачник. Попытайся, сними с души груз. Но не гарантия, что тебя послушают. И знаете, что интересно? Они тебя не послушают, потому что у них, таких самобытных дятлов, тоже есть свое мнение. Отличное от твоего. И твой опыт нищего столетнего засранца им не нужен. А вот если бы ты был богатый столетний засранец, ну, тогда у тебя бы был какой-то шанс. Но нет, ты бедный. Так сиди и не отсвечивай, старый пердун. Ну, или пердушка. Главное, сиди тихо. Мы свои ошибки сами будем набивать на свои зады и головы. Общие шаблоны и стандарты под вывеской моего собственного «я». И так повторяется круг за кругом. Круг за кругом. Одни и те же глупости и маразмы. Одни и те же жеванные сопли чужого мнения в башках покорных обывателей. О чем это я? Да так просто, о своем мнении. Оно у меня тоже имеется. Пожалуй, на этом на сегодня все. Ждем вас в следующих передачах. Всем удачи и до новых встреч.